Всем привет, ребят. Есть и хорошие, и плохие новости. Ну, хорошие в том, что, в принципе, это вообще хотя бы как-то работает. Плохие в том, что капает каждым днем все меньше и меньше. Суть вопроса, опять же, заключается в прибыльных торрентах, так скажем, в уникальности этих торрентов. Искать как бы очень тяжеловато, даже так наверное, скажу. Очень много времени уходит, но все же бывают какие-то там светлые пробелы в этом всем деле. Вот, например, сегодняшняя статистика у нас как бы вот такая. 18 число 743, 18 129 и сегодня 33. И тут, как бы я думал, рассчитывал вернее на то, что оставлю компьютер на ночь, приду там, да, и утром приятно обрадуюсь, но не так-то было. В общем, за ночь никаких абсолютно токенов он мне не прислал. Пришлось менять, опять же, торренты. И в итоге, как в какой-то момент он выстрелил там 33 монеты. Ну, как в той сказке. В общем-то, решил попробовать еще один метод. Придумал, как найти вот удаленный доступ к компьютеру с более адекватной скоростью, так скажем. Есть такие сервисы там от Амазона. По-моему, стоит это целый доллар и пользуешься интернетом покруче, как я понимаю. Соответственно, смотрите, загрузка здесь и выгрузка, ну, как бы вот такая. Такие цифры намного круче, чем у меня по поводу моего провайдера интернета. Я уповаю, конечно, на то, что вот за счет выгрузки тут будет намного круче, как бы прибыль. Ну, посмотрим. В следующем видосе покажу, как это работает. А пока, ну, у меня тут прибыли никакой, так как я, в принципе, может, ну, минут 20-30 назад поставил это все дело на загрузку. Вот, ну, всякие вот тоже ставлю себе тут торренты, ищу. Ну вот, соответственно, как бы здесь вот загружено уже тут, скорость отдачи всего лишь 50 гигабайт. Ну, это совсем ни о чем на самом деле, так как действительно тот приносящий торрент прибыль, он должен быть скоростью с выгрузки, ну, хотя бы от 5 мегабит, ну, вот, примерно хотя бы так. У меня был вот 17 число такой торрент, он был, видать, популярным, и за счет популярности у него была скорость отдачи, ну, от этой выгрузки, в 10 мегабит, с учетом того, что у меня как бы слабенький интернет. Здесь вот пока я не нахожу такого торрента, хотя здесь на удаленном доступе намного круче в интернет, ну, как вы видели. Ребят, если что-то знаете вообще насчет сидов, перов из вашей практики, ну, напишите, будет интересно почитать, может, что-нибудь придумаю. Пока все, спасибо всем, что смотрите.